Здравствуйте. 25 июня, 28 лунный день. Созди буцатьки воды с элементом пространства. Особенный день для благих людей, благородных людей, практики совицания, медитации, создавать планы, дизайны, подписание контрактов, договоров, продажи, принятие важных решений. Также праздников, новоселья, свадеб. Ребенок, родившийся в этот день, будет талантом к искусствам, стремлением познать окружающий мир, независимым. Неблагоприятен для начала лечения, разрушения или установления фундамента, переезда, принимать собаку, также операция кровопускания и иглоукалывания неблагоприятен. Благоприятен для людей, родившихся в год свиньи, овцы, неблагоприятен годам лошади, курицы, мыши. Илгинском сочун дуани хоров, таван харуга, мани дуани, бумчун. За здоровье детей, джудуэнь, практика тантры, великого блаженства, дымчок. Будьте благородными.